Жилстройсбербанк на месяц продлил сроки подписания дополнительных соглашений на выплату компенсации курсовой разницы после перерасчета. Все еще остаются казахстанцы, которые не оформили документы. Сумма депозитов по ним составляет меньше миллиона тенге. В банке насчитывается более 150 тысяч таких вкладов. Подписать соглашение можно в режиме онлайн с использованием электронно-цифровой подписи на портале ЕГОВ. Те вкладчики, которые успели своевременно подписали дополнительные соглашения, они получат первый транш компенсации в срок, как мы и обещали, в течение этого месяца июня, примерно с 10 июня уже начинается зачисление. А те вкладчики, которые будут пользоваться дополнительным временем и подпишут дополнительное соглашение до 1 июля, они получат первый транш компенсации до 1 августа. Компенсация будет выплачена двумя траншами за счет средств бюджета и собственных доходов банка. К слову, Жилстройсбербанк пока единственный финансовый институт, решивший справедливо возместить потери клиентов.